Конечно, ракеты, шаттлы падают не только у нас, технические неполадки случаются, но когда они происходят слишком часто, это действительно вызывает вопросы. По всей видимости, российской космической отрасли стоит провести какую-то серьезную дополнительную работу по контролю качества своей продукции. Действительно, такое не должно повторяться, что деньги российского налогоплательщика настолько бездарно тратятся.